Три, два, один. Привет, всем привет! Сегодня будем снимать, за кем побежит собака. И будем считать, за Лерой или за мной. А вы прямо сейчас поставьте на паузу и напишите: Майк, Рокки, Лекси, за кем побегут, за Лерой или за мной? Я, и, собственно, наблюдайте за счетчиком. А теперь бежим со словами «ко мне». Не молча, а ко мне. Три, два, один. Ко мне! Чемпион! Чемпион! Ты готова? Давай мы сами только поменяемся, мне интересно. Может быть, это просто им та сторона слажи. Тихо. Майк, Майки, иди сюда. Тихо, сидеть, молодец, сидеть. Сейчас молча убегаем, молча. Три, два, один. Теперь попытка номер два, но уже будем со словами. Готова? Давай. Три, два. Не, Майки, подожди. Сидеть. Три, два, один. Нет, смотри туда, глянь. Ну давай, ты в ту сторону становись. Блин. Майк, пожалуйста, сидеть. Молодец. Готова? Три. Нет, он два. Опять стоит. Нет, я пас. Хорошо, ты показывай. Три, два, один. Ко мне, Майк! Ну все, я не играю в эту игру. А это Маламуты на моей стороне! Я не ожидал, что Рокки так подставят. Вы посмотрите тут. Ух, понеслось. Вот это у нас заросла травушка, прикиньте. Класс. Так, ребятушки, ну а мы сейчас отправляемся в небольшой такой пикничок. Погнали! И мы тут пока тащимся по пробкам, по городу. Лера нам тут бабосик косит игрой в покер. Мне столько людей после прошлой моей рекомендации насчет GG покерок написали, типа, как же так? Азартные игры и казино — это же плохо. Во-первых, каждый решает для себя сам. Во-вторых, для меня покер — это самая крутая и самая умная игра, которую я в принципе знаю. Даже своих детей я обязательно научу в нее играть. А в GG покерок я уже давно катаю, и поэтому уверенно могу говорить, что те, кто еще не играли, регистрируйтесь и по-любому кайфанете. Во-первых, переходите по ссылочке, скачиваете и получаете 11 баксов за верификацию. Каждый, кто новый зарегистрировался, 11 баксов по моей ссылочке получает. Во-вторых, для новеньких игроков там очень много разных бонусов, причем ежедневные разные бонусы за сборы разных комбинаций. В общем, если ты уже на опыте играть в покер, то по-любому переходи играть на GG Покерок, потому что это самая комфортная со всех точек зрения платформа для игры в онлайн-покер. И как и на тазик можно себе заработать, так и просто кайфово проводить время. Еще раз, казино и покер — это вообще разные вещи. Кто не шарит, вот прямо вникните. Казино — это чистый фарт, а покер — тут очень много факторов. И главное — это ваша психология, характер, не математика. Не быть такой истеричкой, как я, которая просто сначала ставит все-все-все, а потом от страха попка вот так вот скукожится, и я все сразу сбрасываю. Но при этом сейчас вот заехала на шопинг именно с бабосика, который заработала за эту недельку с покера. Короче, я уверен, вы кайфанете как времяпровождение, так и возможность заработать очень... деньги. Ой, боже мой, сейчас тут есть очень крутые столы, там реально очень большие ставки, ну, большой чек. Ой, ну это она уже, уже понтоваться начала. Уже начала. Надо играть, такой, все, ссылочка в описании, доллара. Переходите, регистрируйтесь и играйте, а может, руки... встретимся за одним столом, хасмус. Сколько мы всего набрали, хватайте, мы прям переезжаем в лес. Ой, а нас краски, тут встречают мне. Сторожевые. А вон еще маламут идет. Маламутик, ко мне. Так, ну мы же хорошо в лесу спрятались, согласны, да?
Все, заныкались, теперь можно идти на пикничок. Никого мы здесь не нашли. Я здесь работаю, покиньте помещение, пожалуйста. Вы либо денежку платите мне в карман, чтобы государство не убило. А танцевать будете? Ну, это уже за другую сумму, молодой человек. Либо денежку, ой, тут у вас так хорошо. У нас свои шприцы. Ой, даже шприцы с иголочкой. Все свое, проходите. А по вене постучите, пожалуйста. Ну, это если вы заказываете услугу такую, у вас есть денежка в кармане? Денежки есть наличка? Привет. О, привет. Я тебя знаю. О, привет. О, привет. Всем здравствуйте, а мы собрались на такой пикничок, посмотрите, какая красота у нас вокруг и красота за столом, жуем. Вот так вот, друзья, уже я не нурсес, конечно, аппетитно. Но и ты не этот самый, поэтому, пожалуйста, к столу приглашаем. Ой, а вот этот еще не отшлепанный, вот, теперь вот все нормально. Все отшлепанные, да. Контролируйте, те, которые не отшлепаны, пишите в комментариях, какая из них не отшлепанная. Это. Дерзи, голосая. Кужонькой. Так, весь лес, приходите, иди зови всех собратьев. Рубрика «Кормим собак бездомных» на связи, друзья, даже на вылазке. На задние лапки. Мишу, задние лапки. Вот так вот, молодец. Молодец. Это вам от этого столика, от этого. Это от нас, вот. Это от нас. Так, вот эти иностранные гости вам передали. Майот, кусочек майот. Майот шарданы. Оп. Вот этот гипноз, ну просто, ну что с ним делать? Вы посмотрите. Ладно. Так, а голос умеешь делать? Умеешь делать голос? Да, потом покажу. А знаете, что я хочу спеть для вас, друзья? Ты горишь, как огонь, я, у меня огонь. Это любовь или это паранойя? Заказывали Uber. Да, Uber Black. Опаньки, опа. Мы сидим сейчас и спорим вообще о страхах, потому что сейчас на Арманчике был клещ. Клещ Юрьевич. Когда я ходил в детстве в школу, и по асфальту куча дождевых червей. Это так мерзко было на что-то упругое и скользкое наступить. А второй страх, это когда с когда с фруктовых деревьев целая армия гусениц свисает. Это же мерзость. Мы не дадим тебе съесть эту вишенку. Куси нас, но не куси вишенку. А у нас такая красота вокруг. Посмотрите, какой мы красивый уголочек здесь очень нашли. Очень красиво. Как называется, интересно? Кто знает? Называется, мажоры могут себе позволить. Нет, для красиво это жить. База какая-то, 100%. База? Да. Ну, нигде не видать номерочки. Ладно, плывем. Это чудеса. Пробуйте грибочки, пишите в комментариях, если вы готовы их пробовать. А напишите в комментах, какие ваши любимые блюда, кроме мяска, конечно же, на мангальчике, а? Который приготовил я обязательно, это важное правило. И так аккуратненько прямо из пальчика взяла. Ты умничка аккуратная. Прям как дома. И ты как дома, и я как дома. Все сразу, все под стол. Взя кости под стол. Арман, ты это пропускаешь. Посмотри. Просто видеорезюме точно отправляем. Ну а что, можно себе позволить? Скромненько отдыхаем, решили снять территорию, потому что подумали, почему бы и нет. Мы как бы живем один раз, надо же попробовать все. Мы решили попробовать сразу все. В нашем распоряжении 50 гектаров во все стороны. Все поручни в этом помещении наши. Угу. Куда ни глянь. А куда мы дальше путь держим? В дупло, да? Так, там детдомовские раньше отдыхали, теперь мы можем себе позволить. Сюда приехали раньше инвалиды, ездили, понимаете, на них платили все, а мы за свои силы, блядь, за нас государство не платит. Мы бюджетники. Together, уху, вей. Ой-ой-ой, что за высокая уровень? Туша! Посмотрите, как они хотят. Алле, оп. Красавчики. Оп. Ты вообще зайка. Оп. Давай. Так, музло тут какое отличное. И... Дух!